Даже если она... В этом году было подано потребителям более 210 миллионов кубических метров воды. Из них на цели орошения было около 105 миллионов. Остальные миллионы кубометров были поданы на питьевые цели для заполнения питьевых водохранилищ и на нужды промышленности Республики Крым. У нас не так много времени, никто не осталось.